Всем доброго дня! Хочу посадить у себя вот такой цветочек кракосмея. Его еще называют монтбреция. Это японский гладиолус семейства луковичных. То есть он, как и гладиолус, растет луковичные. То есть родственник гладиолуса. Это многолетник. И его можно размножать луковичными. Я буду их сажать в вазончики. Вот таким образом. У него цветочки достигают до 4 сантиметров. Вот есть разные оттенки. И у них очень приятный запах. Этот запах даже путают с запахом шафраном. В переводе от греческого обозначает запах крокуса, поэтому его и путают этот запах. Я вижу, что у меня тут есть некоторые нехорошие. Вот у меня в этом году другой принцип. Я их не замачиваю. Кто выживет, тот и вырастет. Вот у меня в этом году такой принцип. И буду сажать их вот по кругу. Они цветут с половины лета до осени. У них очень красивые цветочки, мелкие. Пахнут очень красиво. Это не капризное растение. Поэтому я хочу их посадить. Потому что я в последнее время не люблю капризные растения, которые за ними нужно ухаживать. Их еще путают из-за цветка с фрезией, но не похож. То есть это не фрезия, но похож. Цветочки похожи на фрезию. Вот. И я очень хочу, чтобы у меня тоже выросли эти цветочки. Это неприхотливое растение, вроде бы так говорят, но все-таки, как и все цветы, любят уход. Все цветочки любят, чтобы их тоже вовремя поливали и подкармливали. Вот видно, где верх и где низ. Здесь были корешочки. Здесь вижу, что начинается уже рост. Вот таким образом. Это такое интересное растение. Я тоже хочу, чтобы у меня выросло это растение. Поэтому дочка купила. Поэтому и сажаю, чтобы у меня тоже было эти цветы. Но вот что интересно. Их потом нужно выкапывать из грунта. Но представляете, вот они какие мелкие, как их увидеть, как их выкопать. Поэтому я подумала их посадить в вазончик, чтобы я их потом смогла выкопать, увидеть и поставить на хранение, потому что их нужно обязательно ставить на хранение, как и гладиолусов. Как и все гладиолусы луковичные. Снизу я землю увлажнила и сверху просто досыпала земли. Все, вот кракосмея. Думаю, что будет у меня жить и радовать. Всем пока, доброго и удачного всем дня. Здесь только всходит, вот только одна кракосмея.